Сегодня у Гомеля обрали членов областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь. Суместное посяджение президиума областного совета депутатов и облвыканкама велося у режиме прямой видеотрансляции. Отсутность на посяджении представников политических партий, громадских объединений, прасовных коллективов и сродков массовой информации предугледжена постановой Центральной комиссии Республики Беларусь по выборах и проведении республиканских референдумов. Такое решение тлумачится эпидемичной ситуацией, якая склалась в Украине. Что тыжится непосредственно выборов комиссии, то отповедные заявы подали 20 претендентов. 14 от политических партий и громадских организаций, 6 от инициативных групп громадян. От працовных коллективов, которые так само могли вылучать своих кандидатов, на включение в состав областной комиссии, на этот раз заяв не поступило. 20 человек – это примерно обычная цифра, которая у нас всегда по всем выборам, около 20, чуть больше, иногда чуть меньше. То есть это активность, которая сравнима с предыдущими выборами. Почему трудовые коллективы не подавали своих представителей, я думаю, это связано с эпидемиологической ситуацией. Собрание трудовых коллективов – это всегда определенный риск. Поэтому в этих ситуациях трудовые коллективы, я думаю, поэтому не собирались. Открытое голосование проходило по особку по каждым с претендентов на включение в состав областной комиссии. У вынику обраны 13 человек, максимальная колькость, с якой может складаться комиссия. 4 представляют политические партии, 6 – громадские объединения. Еще 3 члены комиссии были вылучены инициативными группами громадян. Наибольшим количеством голосов за избраны Чумаков Дмитрий Алексеевич, Чинаштан Владимир Степанович, Сисаренко Алла Леонидовна, Старостенко Дмитрий Николаевич, Середкин Кирилл Александрович, Роев Николай Николаевич, Неверов Алексей Николаевич, Лукьяненко Тамара Демьяновна, Липовская Юлия Викторовна, Куриленко Александр Васильевич, Зубец Василий Николаевич, Жукевич Михаил Григорьевич и Ермак Сергей Владимирович. Завтра отбудется первое организационное посяджение областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь. На парадку дня выборы старшини, его наместника и секретаря. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».